Вот уже полгода длится суд над Павлом Губиным. Это его обвиняют в том, что он поджег Юлию Ирниденко. Мы решили разобраться и проанализировать дело, взяв за основу показания и следственные эксперименты с участниками и свидетелями трагедии. Чтобы не сформировать ошибочного мнения после всего увиденного, предлагаем каждому сделать свои выводы. Мы покажем только факты. Напомним, 11 мая 2013 года Харьков всколыхнула новость о жуткой трагедии, произошедшей в одном из дворов на Одесской. 17-летнюю Юлию Ирниденко облили самогоном и подожгли. Девушку госпитализировали в четвертую неотложку. Через пару дней она пришла в себя и дала первое показание. Сначала пили водку, потом вдруг самогон. А сколько самогона было? Ты употребляла самогон? Да, две рюмочки. Две рюмочки, да? Они тебя приставали? Нет. То есть какого-либо насилия? Нет. В смысле? Не было. Ну ладно, что дальше происходило? То есть вы выпили самогон, да? Я выпила самогон. Кто-то что-то на пол разлил, я вытерла пол. И больше ничего. Больше ничего не помнишь? А помнишь, что там какие-то моменты, как вот произошло? Нет, я не помню. Вот, мне самое интересное, выпила две стопочки этого самогона, а очнулась уже здесь. Никаких моментов больше не было? Нет. Нет, вообще ничего. Через несколько часов после происшествия в райотделе, куда доставили всех участников, перед допросом Павел Губин практически признался в содеянном. В натуре я точно не помню, но как-то, ну, главное, блядь, да, в этом, во всей этой хуйне, блядь, я виноват. Как это все произошло, ты можешь объяснить или нет? Как было? Как вы притащили в ванну? Как она там попала? Как она в ванне очутилась? Она была бухая, блядь, вообще, нахуй. Ну, помню, Сережа притащил в ванну, блядь, умывать там, блядь, покупать, блядь. А я, блядь, бегал, нахуй, ну, там, лётал с этой самогонкой, нахуй. В чем самогонка была? То ли в чашке, то ли в бокале, то ли, ну, в чём там, блядь. Ну. И шо? Ну я реально до конца, я как, ну, блядь, ну точно все в этом, да. Подробностях я не помню. Ну как-то получилось, что, блин, блядь, и... Не, я с ней, это все, нет, блядь, я с ней не дрался, ну, нахуй. Ты не дрался, ты его приводил в чувство, поливали водой, правильно? Да, да. Ну. То что почёшь, она это, блядь, она мне дала, блядь. Она тебе дала, чё? Ну, похоже, ну, ты понимаешь, вообще нихуя, она бухая была, какая-то почёшь. Ну. Мне она нихуя, блядь, не говорила, нихуя не делала. Ну, выебать её там, я не знаю, блядь. Каждый был, блядь, желающий, нахуй, с ней, блядь, чтоб я ссорился, я не ссорился, потому что она бухая, блядь. Ну, ты свои действия выдвигаешь, или ты не ссорился, не понял? В майке, нахуй, и в трусах, а потом, когда она загорелась, блядь, мы с Сережей, блядь, срезали, нахуй, эту майку, блядь, ну, сняли с нее. Кто выдвигал? Сережа её в окно, нахуй, блядь. Майку в окно? Да, 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 да. Где кухня, да? Где комната. Я у него на кухне там этот, Так, Паш, зачем? Ну, смысл? Я не пойму. Ты можешь объяснить? Блядь, ну я не помню, но я с ней не ссорился, нихуя, но оно как-то, блядь, мы прикалывались, что-то гнали, блядь, и я поджёг её. Чуть позже от этих слов Павел отказался. Пока за жизнь Юли боролись врачи, милиция пыталась установить, кто же виновен в случившемся. После допросов, экспертизы, показаний свидетелей, правоохранители пришли к выводу, что в ответе за поджог все-таки Павел Губин. По словам свидетелей, в тот вечер, когда Павел принес самогон, он показывал, как смесь хорошо горит. Сняв крышку, Павел поджег содержимое в банке. Кроме того, как выяснилось, у Паши с Юлей был небольшой конфликт. Следователи решили еще раз опросить потерпевшую. Однако ничего нового они не услышали. Мальчик этот по имени Паша, как он общался, ну как, я не помню, с тобой, я... как и со всеми, или нет, немножко он был? Он как-то изначально как-то неправильно начал общаться. А в чем это выразилось? Что-то, я что-то разлила, по-моему, а Леона меня разлил, что не спиртное, просто там сок какой-то. Я говорю, это мой, и я его разлила случайно на себя. Или не сок, я не помню, что-то разлила, в общем, возле краешка. И он говорит, вытирай. Я говорю, я не буду вытирать, ты виноват, ты меня отбирал. Да кто ты такая, ты, я тебе покажу, как надо разговаривать со старшими. Я тут сейчас тебя вообще... Ну все, я взяла весенний дальний любовь полотенце, я вытирала, развернулась и шла в другую комнату. То есть он начал себя немножечко неадекватно вести, да, по отношению? Да, агрессию начал проявлять. А по причине неизвестно? Неизвестно. Первый раз ты его видела, вот когда он зашел в квартиру? Нет, мы еще... гуляли с подружкой, с Ликой, с Мариной. Марина ему деньги какие-то передавала, но я с ним даже не здоровалась.
А с Сенценевичем как вы общаетесь? Хорошо. Юля, скажи, я квартиру к Сенценевичу. Ты добровольно шла или что так? Да, добровольно. То есть сама. Ты сама да. Одна из девочек была. Больше да. Не было ни подруг, никого. Ну, потому что я знаю этих мальчиков хорошо, знаю, что меня там кто пальцем не тронет и в обиду не даст. То есть ты доверяла и не спокойно? Да, я ей спокойно доверяла и спокойно смешала. Угу. Ну, в принципе, никаких нареканий тебе нет. То есть после выпитого самогона ты ничего не помнишь? Mm-mm. Что там было дальше? Я вообще ничего не помню. Я хочу, чтобы наказника по справедливости наказали. Он издевался над людьми. Я хочу, чтобы все сделали точно так же. Он знал, какая помучительная была. Через несколько дней после допроса девушке стало хуже. 21 мая Юлия Ирниденко скончалась. Преступление было переквалифицировано с покушения на убийство на убийство с особой жестокостью. Санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Следователи допрашивают свидетелей и устраивают следственный эксперимент при участии подозреваемого Павла Губина, владельца квартиры Сергея Сенценевича и экспертов. С участием Павла Губина следственных экспериментов было два, плюс несколько допросов. Почти в каждом из них показания Павла разнятся. Сенценевич, да? Сергей, да. Отвел Юлю, правильно, спать. Да, спать. Вернулся через несколько минут. Да. Правильно. Что дальше происходит? Мы сидели, курили, общались на кухне. Потом пошли что-то в комнату за компьютер, какую-то песню включить. И Юля проснулась, и ей стало плохо, ее стошнило на кровать. Стошнило на кровать? Да. Да. Сергей взял ее, поднял и понес в ванную. Чтобы... Взял на руки, на две руки. Ребята. Да. Хотя, если честно, я не помню, я не видел этого. Ну, я знаю, что он ее. Ну, я в то время смотрел в компьютер. Вот. А Сергей ее отнес в ванну. Сергей ее отнес в ванну, начал приводить в чувство. Вот. А ты будешь. И я зашел после него. Шел, начал приводить в чувство. Уже за компьютером. Я песню включал, это было там буквально... То есть сразу за Сергеем вы проследовали? Так? Да, через там 20 секунд, грубо говоря. Юля бежала в ванну, Сережа ей приводил в самой ванной, да? В самой ванной? Да, да. На ней была одета что? На ней была одета розовая кофточка и черные трусы. Где одежда ее была? Кроме трусов, что должно было писать? Я этого не знаю. Наверное, Сергей, когда я его падал, он ее раздел или я ж не знаю. То есть почему на ней не было нижней части одежды? Я не знаю. Сенценевич пытался привести ее в чувство. Да. Хлопая ее по щекам, обливая ее водой, он, ну, с крана шла вода, он, ну, закрыл пробку, положил ее в ванну. Ну, вот. Он ее водой обливал с помощью... Он брызгал на нее просто водой. Ага. Без душа. Вот. Ну и вдруг она загорелась. Вот так вот, брызгал на нее рукой водой, которая шла откуда? Из душа или... Ну, мочил руки, как бы умывал, ага. И там, ну, по щекам ее привел в чувство девочку. Ну и в этот момент Юля загорелась. Я пока эти пояснения дать пока что не могу. Так, я не помню. После чего я стал сразу тушить. Или вы просто отказываетесь? Это две большие разницы. Нет, я не отказываюсь, но в данный момент... Не готов. Сейчас. Да, не готов пока что. Дайте тебе пояснение. По причине. Я пишу, ну, на основании статьи. Да, да, если... Любую статью больше всегда начинает. Я сразу начал тушить тушить. То есть вы не хотели давать показания только насчет того, как она загорелась? Да. Да. То мы не хотели. Мы не хотим, а пока не желаете. Не можем. Нет, не желаем. Вы можете. Вы не желаете. Нет, думаю, не готовы. Да, не готов. Со следствием сотрудничать мы желаем. После чего я сразу начал ее тушить душем. Я взял душ, переключил кран, ну, на душ и начал ее тушить. В руки в какую? В правую, в левую руку взяли? Правую. Какими движениями?
поливать ее с душа там, где горело. На ноги и так далее. Там где горело? На живот. Ну, на ногах, на животе, как я себя называл, нет душа. А на каком положении находилась, когда горела? Лежала. Лежа. Полностью? На спине, да. На всю ванну? Ну, практически. Ну, как-то так, да. Она кричала? Нет, она не кричала, она стала плакать. Ей было больно. Мы думали, что делать, как бы, ну, с душа обливать смысла не было холодной водой. Мы направились к моим родителям. Что думать? Кто стал думать? Ну, я сказал, что, ну, я подумал, что с душа нет смысла обливать. То есть она уже потухла, правильно? Да, после того, как она потухла, ну, у нее все печет, ну, смысл просто так, ну, обливать душу, надо что-то делать. Ты решил обливать? Нет, я решил сходить за своими родителями. Мы с Сергеем сразу пошли ко мне. А моя мать уже сразу же, ну, сразу поднялась, увидела эту девочку и сразу вызвала скорую. В тот вечер ничего более существенного Губин так и не сказал. Более подробно он даст показания лишь на следственном эксперименте. А пока свою версию произошедшего рассказал владелец квартиры Сергей Сенсиневич. Вот здесь, получается, лежала Юля. Вот так. Покажите, как Юля лежала на манекене. Вот так. Таким образом лежала Юля, правильно? Ну, ноги там как-то, руки. То есть, да. А где находился Павел, когда он к ним? В этот момент мы находились на кухне. Выпили, потом пришли сюда. Я последовал к окну. К этому окну, да? Да. Открыл окно. То есть, ну, подкурил сигарету и стал вот, ну, вот так курить. А Павел в этот момент что делал? Паша, получается, ну, вот рядом вот так лег. Да, и? Ну, начал ее там что-то вставая, там, туда-сюда. Что-то они о чем-то разговаривали, вот. Ну, так что-то шептались, то есть, я... Потом я так понял, четко. Ей стало плохо, правильно? Да, ей стало плохо. Она, получается, вот, ну, вырвала вот сюда. В ту часть, да, ее вырвала? Да. Ну, вот, часть пятно даже. Хорошо, с этим мы... После чего вы взяли ее под руки, правильно? Да, после чего, ну, она развернулась. Как бы, ну, она, лицо у нее было вообще, то есть она никакая была. Мы ее взяли в сильном, да, алкогольном опьянении. Да, в очень сильном алкогольном опьянении. Мы ее взяли под руки. Ну, все, хорошо. И провели в ванную комнату. И провели в ванную комнату. Вот так я несу я ее. Вот так. И Паша. Вот мы ее проносим. Вот так вот садим. Головой влево, правильно? Да, вот так она сидела. А, нет, с другой стороны. Вот так. Тело, голова к крану ближе, да? Да, то есть, ну, получается, ноги у нее... Ну, можно не фиксировать. Были вот так, и голова вот так. Примерно, да? Можно на видеокамеру нам этот момент зафиксировать? Так именно. То есть, примерно так вот, ноги у нее были, ну, совершены, голова была наклонена к... Да, руками она, ну, обнимала колени. Вот так. То есть, ну, вот так вот. И голова была опущена вниз. Вот именно такая позиция. Да. Дальше что происходило? Дальше, получается, я взял душ. Да. Не включать. Открыл, ну, где-то, ну, посередине, может, чуть-чуть вот так. Открыл душ и, ну, начал приводить, поливать ее, приводить в чувство. Да, дальше. Далее, ну, получается, она сидит, головой шатает, и никаких признаков нормального сознания у нее не было. После этого, ну, Паша взял, получается, с этой стороны душ, открыл холодную воду. Максимально, да? Максимально, да. Да.
начал ее поливать вот так вот на голову. Да, дальше. Получается, она привстала вот так чуть-чуть. Угу. Он начал полностью ее обливать. Угу. Потом она вот сюда, как забилась в угол. Ну, от холода. И вот так, да. То есть от холода. Он ее поливает. Потом она взяла правой рукой. Это левая. Правой рукой, получается, ударила ему по щечину. По щечину. Что он сделал? Он, получается, отошел вот так чуть-чуть. Ему это не понравилось. Вот. И получается вот так она как-то полусидя. И получается он правой рукой чуть выше области груди резко ее толкнул. Да, дальше. Вот, далее, получается, он стоял здесь, я как бы, здесь стоял. Я его хватаю под руку вот так. Да. Вывожу сюда. Он становится здесь. Стол был немного ближе. Вот так, где-то, потому что Саня валялся. Вот здесь стоял бокал. Самогоном, вот так вот на пачке, получается, тут бардак был сумасшедший, вот так на пачке лежала зажигалка. Да, да. И стопки там все. Вот, я, получается, стою здесь, говорю, ты что, вообще дебил? Так его легонечко толкнул, ничего там особого. Куда толкнул, в какую часть? Говорю, что ты, по плечу так. Угу. Вот, ты что, вообще дурак? В грубой форме, не цензурно выражаясь. То есть он потом смотрит на меня, говорит, да я вообще там еще не такой дурак. Угу. Ты что думаешь, раз. Потом вот он так стоит, подбегает, хватает, резко правой рукой хватает бокал с самогоном, левой рукой на пачке хватает зажигалку, да. Бежит, вот так выливает, получается, она дальше вот так вот села, да. Вот так. Видно? Подойдешь? Подбегает, выливает. Самый главный момент просто. Ей на голову и в область затылка. Получается вот так, что у нее получается самогон по всему телу распределился. Да, дальше. И сразу моментально поджигает. То есть, раз, налил и сразу поджег. И и она вспыхнула. Резко, и огонь был приличный. Рассказать, что же произошло, Павел Губин решается лишь 9 июля. Но по его версии, это Сергей зашел в ванную, когда там была Юля, снял с нее одежду и вынес ее. А потом взял бокал с самогоном и вернулся к девушке. Паша же в это время разговаривал по телефону с другом, сидя на кухне. Представьте, что это та ранее вам знакомая девушка. Где она находилась? Она находилась здесь. Покажешь, положи. Как она лежала, я не помню. В какой позе или как она лежала, я не помню. Просто я помню, что она вот так вот лежала на кровати. Смотри, давайте, поднимемся. Как-то вот так вот. Где-то там. Где-то там, это где? Где-то вот с той стороны, насколько я помню. То есть как она лежала, то есть вы не помните ее? Да. Хорошо. Но стошнило, покажите нам рукой. Вот там, где-то с той стороны, я помню, стошнило. Хорошо. Но если ее туда стошнило, она же не могла там рукой находиться, правильно? То есть ее там примерно... Я же не знаю, мы когда зашли, там уже было. Вы как зашли, сразу это обнаружили? Да. А что на ней было одето? На ней, я же уже ранее говорил, на ней я понимаю, кофта и трусы. А одежду вы видели? Здесь бардак был. Что было на ней до этого вообще, до того, как она оказалась? Когда она начала ходить? Та же самая кофта и еще были на ней шорты, по-моему, красного цвета какие-то. Ага. Дальше что происходило? Дальше, мы уже по ней решились, резко давай ванную отведем. Угу. Вот.
Получается, мы ее взяли под руки, я с этой стороны был, с правой. С правой? Вот так вот. Ну, точнее, с левой. Что я правой рукой так вот. Ну, да. Понял. То есть, я вот, допустим, синеешь, да? То есть, я ее беру вот так вот. Да? Да, да, я помню. Хорошо. Что дальше происходит? Повели ее в ванну. Кто первый пошел? Я иду. Сергей пошел. Я иду, да? Я иду. Я иду. В данную... Сюда, правильно? Да. Ну, дальше. Да. Я с ним зашел. Да, вы зашли. Вот все. Он ее держал, и все, я вышел, пошел. Вы пошли, да? Выходите. Я стою здесь. А, вы закрыли за собой дверь, как вам сказать. Да, да. Сергей вышел один раз. Вы первый раз сказали, что вы не видели, как она находилась. Нет. Все. Я выхожу, да, допустим, с вещами. Да, да. Я пошел туда. Да. Через сколько времени он вернулся? То есть вы не видели, куда я прошел? Вам откуда не видно? Видно, что вы были с радио или прямо. Ну вот я вот так вот. Куда я пошел? То есть можно не видно, а может не видно. Если сразу говорить, что видно. Да. Если чуть-чуть дальше, то не видно. Да. Хорошо. Дальше произошло. Я вернулся, правильно? Да, я должен. Куда? В ванну, да? Я захожу. Все. Дверь как была? Вот я за собой закрываю. Пока воду выключу. Хорошо. Через сколько времени я выхожу еще раз? Я с Сергеем Семеновичем. Ну, где-то еще через тоже, через пару минут. Через пару минут? Ну, максимум. Что я через делаю? 5 минут. Ну, вот бокал, было это до трех. Да. Я, вы сказали, Сергей Семенович подошел к вам. Да, да. Вы к моменту общались, по моменту. Да. Что я делаю? Взял бокал и пошел обратно. Пошел обратно? Да. Хорошо. Что произошло дальше? Ну, дверь уже была не так, он ее до конца не закрыл. Дверь где-то вот так вот была приоткрыта. Ну, хорошо, что писайте на свое место. Кусок ванны это и да. Что писайте на свое место? Вы нам снизу показали вот так вот. Ну я видел, вот, только ванну, еще надо приоткрыть дверь. Ну то есть вы раньше нам показывали о том, что она была приоткрыта. Вам отсюда видно, что происходит в ванне? Вот, я даже приоткрою. Да, допустим. Вам видно, что приоткрыто? Ну, еще чуть-чуть приоткрыть, и все. Это она будет уже открыта. Ну, я говорю, что я видел, вот тут вот столько вот ванны. Дверь, говорю, была приоткрыта, и было видно чуть-чуть ванны. Вот когда будет то количество, когда вы увидите то, вот тут самого. Ну, даже вот так вот было, и я видел. Писать. Вам видно ванну. Да? Да. Вам видно ванну, что дальше? Вот, я сидел, общался, ну, дальше разговаривал по телефону, и я вижу, что там вот так вот, ну, горит. Ну, пламя. Пламя. Да. Вы увидели пламя, сидя да. Здесь. А, как? Пожалуйста, представьте, пускай каждый сядет на ваше место. Так, представьте себе место, что человек мог видеть. Что человек мог видеть? Напишите, ну, что вы видите? Я вижу часть ванны. Часть ванны. В щель между дверью и дверной коробкой. Я, в общем-то, ну, скажем так, тоже вижу часть ванны, вижу стену. То есть, скажем так, если бы там было какое-то мигание, сверкание, я бы это увидел. Даже если бы дверь, даже если бы я не видел ту часть ванны, вот эта полоска достаточно информативна. Я понял. Хорошо, спасибо. Ну. Вопрос. Насколько огонь поднимался вверх? Вы нам ранее сказали, что девушка сама не горела. Горела вода вокруг нее. Да. Насколько огонь поднимался? Сначала, когда я увидел, огонь был вот до сюда, но он потом быстро где-то вот до сюда. И потом он сразу быстро опустился. Подождите, вот нам покажите рукой, докуда был огонь. Сначала, когда... Ну, то, что нам выше показали. Покажите, докуда был огонь. Когда все вспыхнуло, то когда я только увидел, оно было до сюда, и потом сразу погасло, что горело просто вот здесь вот. Воды была половина, но горело... Ну, ну, где-то до конца ванны. То есть вы становились, увидели вспышку, да? Да. Самогона, да. Да? Да. Хорошо. А самогона было количество, то, что вот вы нам показали, примерно. Да, если где-то выпил? Да. Где-то так, может, чуть-чуть там.
А так, ну, чуть-чуть может быть. Ну, где-то. Хорошо, косяк. Вы нам рассказывали, что второй раз, когда Сергей Семенович, вы видели, как она сидела. Это еще до того, как я понимал, самого. Да. Да, как она сидела в том манекене, покажите мне. Сидела она вот так. Ну, что я видел, я же говорил, плечи и голову. Как ее руки, колени. То есть сидела она так вот, смотрела вправо, да? Да. Угу. Руки были вот так вот, на ней просто. Вот так вот она сидела в ванной. Угу. Хорошо, что дальше? Ну вот, когда он поджег, правильно, когда вы это увидели, вот вы сидите. Сядьте, да. Пожалуйста, на своем месте, когда вы сидели. Да. Возьмем, представим, что у вас присядьте, мобильный телефон, да? Вы увидели вспышку. Да. Да. Что дальше происходит? Я сразу понял, что я перезвоню и сразу положил трубку. Давайте считаем. Вот идем сейчас от этого момента. До того момента, пока вы включите воду, крайне воду. Да. Сейчас. Пока мы не вытащим. С этого момента, да, камера фиксирует время. Вот. Можно? Ну, я где-то секундомер, ну, у меня еще есть. Вы же разговаривали. Да. Все это время вы остались там в минуту. Да, да. Вы все время смотрели, я так понимаю, в ванну. Ну, так вот, да, так вот я сидел за столом. Так вот, тут есть, у меня все там, тут порча было, вот так вот я сидел, тут порча. Все готовы? Да. Ну, кто-то с командой, пускай человек продемонстрирует вам. Начали. Там вот так вот переключили. А начали кушать, да? Да. Ну, исходит. Все? Не, ну мы раза три это произнесли. Вопрос сразу же. Именно так оно все происходило? Да. Хорошо. Понятное дело, с показаниями Сергея слова Павла расходятся. Однако они расходятся еще и с показаниями его друга Максима, с которым он якобы общался по мобильному телефону в то утро. Разговор, по словам Павла, длился почти 10 минут. Именно в этот момент и загорелась Юля. 11 мая 2014 года, в утреннее время. Вы общались с Павлом Губиным? Если да, то каким образом? Я о чем? Позвонил. Да, сначала. 11 мая, правильно? Да. Во сколько? Между 7 и 8 утра. Вам позвонил Павел Губин, да? Нет. Длительность разговора? Момента. Около минуты. Ну, еще минуты. Увы, но распечатку мобильного разговора следствие так и не получило. Суд отказал в ходатайстве адвоката пострадавшей стороны в ее получении. Также не приобщен к делу и первый следственный эксперимент. По этой причине 6 февраля был произведен еще один с участием Павла Губина. Ну, примерно. Да. Да? Вот. Находится бокал, да, пивной, почти полный, наполненный жидкостью и из банки. Да. Правильно? Да. Все. После чего, я так понимаю, кто-то пожрал в бокале, в банке или какие-то другие? Да, допустим, я не помню. Да, никто не помнится. Хорошо. Вот, выпили. Какие-то там между собой ссоры, там какие-то, ну вот, товарищи были. Там, может, какие-то скандалы, может, кто с кем-то ссорился, может, кто-то спорил на что-то, может, какие-то моменты были. Ну как? Ну, может, какая-то неприязнь между собой была. Нет, неприязни ни у кого никакой не было между собой. Угу. Я даже не знаю, это в принципе и ссора не назовешь. Юля что-то тут разлила или ну что-то в этом роде. Ирниенко Юля, да? Да, я ей сказал это вытереть. Она просто была... сказали или... Ну, ну ладно, сказали. Да я просто сказал. Она была пьяная, что-то там попыталась мне нахамить и все. То есть взяла, потом вытерла и все, на этом закончилось. Угу. То есть как такое даже этой ссоры не назовешь. Дальше. Мы сидели на кухне, дальше также общались, уже не пили этот самогон. Так вот как осталось в бокале. Ну, под рюмки все выпили, все как вот угу. Осталось. Больше его никто не пил. Кому-то, может, плохо стало. Может. Да, Юля стала как-то, ну, увидели, что она сильно пьяная. Угу. Вот, она сказала, что мне нехорошо, я пойду в комнату.
Да. Ну, Сергей помог ей дойти до комнаты, взял ее, отвел в комнату, ну, в соседнюю сюда. Угу. И вернулся. Вернулся. Да. Ну, сидели, разговаривали. Гальчук. Гнеденко. Здесь заснул. Сидел и заснул. Угу. Ну, ему тоже, получается, стало плохо, правильно? Ну, как, ну, что, нет, ну, ему вроде как плохо не было. Угу. Просто заснул. То есть на кухне осталось вы и Синсиньей? Да. Угу. Мы поговорили, решили включить музыку на компьютере в комнате, но не громко. Пошел, да, сел за компьютер, по-моему, ВКонтакте. За это, да? Какую-то искать, да. Примерно так. Спиной к кровати, да? Ну как, ну не так там спиной. Ну покажи. Ну, сиденье вот так стояло, я так просто присел вот так на него. Вот она лежит, да? Да. Сергей курит, вы сидите за ним. Да. Ей стало плохо, она, ну, ее стошнило туда вот, по-моему. Ну, может, ты был, подойдите ближе, покажите пальцем. Да. Ну, там. То есть, где-то там, да. Да. И решили, что надо отвезти ее в ванную. То есть обоюдно решили, да? Ну, Сергей сразу сказал, давай отведем ее в ванную. Далее Павел рассказывает. Подробно описать, как она лежала в ванной, не может. Помнит, что Сергей зашел в ванну к девушке и чуть-чуть прикрыл за собой дверь. Он же сам в это время пил на кухне кофе. После, по словам Павла, Сергей вышел из ванны, вынес какие-то черные вещи, отнес их в комнату. Потом взял со стола бокал и пошел обратно в ванну. Там, ну, вода шумела, он там. Угу. Ну, я не слышал, там, о чем они разговаривали, просто шумела вода. Хорошо. Потом он вышел обратно из ванны, ну, там, через пару минут, там, не знаю. Уже не помню, через сколько. Взял бокал со стола и пошел обратно в ванну. Пошел обратно в ванну, да? Да. И... Давайте отойдем, да? Вот ванна, да? Вот вы сидите, да? Как дверь была открыта, закрыта? Как вот было находилось? Ну, приоткрыто было примерно вот настолько. Вот настолько, да? Ну, где-то так, да. Синсиньевич находился там? Да. Все, дальше что происходило? Я тут уже сидела, разговаривал по телефону. Да. Вот, но я видел, что как бы в ванной что-то горит. Отсюда, да? Ну да. Присаживайтесь. Вот, видно кусок ванны, да. Хорошо. А где находился Синсиньевич в этот момент? Стоял в ванной. Ну, огонь, вспышку, ну что? Ну, так, ну как вспыхнуло что-то, то есть. А звук был какой-то? Нет, звука никакого нет. Просто вспыхнуло, ну, то есть, да. Дальше что вы сделали? Я бросил трубку и сразу пошел в ванну. И что вы видели? Зашел. Когда в ванную, то когда я зашел, то Юля лежала. Ну покажите, как она лежала. Да. Положите. Да. Сюда головой и ногами. То есть я когда зашел, то огонь был, но он быстро очень потух. Он сам потух? Ну как? Ну, когда оно вспыхнуло, то где-то вот до сюда оно вспыхнуло, а потом все потухло. Ну, горело что-то, да? Ну да, сверху так вот воды чуть-чуть было. Сколько воды было? Ну немного там, чуть-чуть. Павел заявил, что горела не девушка, а вода вокруг нее. Чтобы проверить гипотезу подозреваемого, следователь производит эксперимент. В воду выливает определенное количество спирта и поджигает. Как бы обычно вода, да, холодная. Льем сюда то же самое, ну, что горело, да? Какое-то количество. Ну, может, немного. Много воды, да? Смотрим, будет ли она гореть вообще по природе. Ничего не горит. Учитывая, что все-таки в ванной находилась девушка, следователь принимает решение сделать эксперимент, приближенный к реальным событиям того утра. Воды тут как бы относительно вообще даже. Вот. Она даже до сюда не доходит. Да? Ну, посмотри, сколько воды. Вот. Она даже до сюда не доходит. Столько было воды или больше? Ну да, я говорю, чуть-чуть было воды вообще. Вообще чуть-чуть воды было. Хорошо. То есть, вот я показываю. Здесь сухо. Здесь вот. Даже палец не покрывает относительно, да. То есть меньше пальца. Там пару миллиметров. Выливаем, да, и смотрим. Даже лапа, да? Горит вода. Горит. Вспышку кто-то наблюдает? Да. Сложно наблюдать. Не. Эксперт загораживает. Хорошо, вспышку, пожалуйста. Ну, я думаю, камера нормально там. Вспышка была?
Ну, вспышка вот по этому проему. Покажи сюда. Вспышка до сюда была? Ну так горело ж не только, а горело тут и в огне наша, ну и на ванной было, и на Юле было, везде было. Мы вылили. Сейчас еще раз проведем. Видеозапись возобновляется, следственный эксперимент. Находимся в квартире 46 дома. Вот, в квартире 86, город дома 46, по улице Грозненской, в городе Харькове. Манекен, да, Сергей Дмитриевич, более-менее, да, уже... Ну, Юрий, ну, все сами уже обсудили. Ну, как бы, если были какие-то претензии, естественно, я бы не смолчал. Ага. Так, смотрите, пару моментов, Павел Владимирович. Вот когда вы зашли, да, увидели там, вот там, после вспышки, какая одежда находилась на... Вот когда я зашел, как бы уже после вспышки, она была голая. Полностью голая, да? Да. Другой момент. До вспышки, да, ну, то есть, когда вы зашли, вы увидели, как она лежит, правильно? Она сама горела, сама девочка? Ну, да. То есть, поверхность ее кожи, да. Там, какие именно части? Можете вот сверху вниз нам описать? Ну, на плечах, на ногах. Так не было видно, потому что она как бы, ну, наполовину сидела. Вот. Как вот она сидела, вот вам манекен, пожалуйста, да. Сейчас, подождите вас. Вот, манекен, да? Пожалуйста, здесь она сидела и ноги поджала. Ну, тут ног у него нету. Вот так вот она, да? Да, сидела? Ну, голова тут, то есть вот так вот она сидела и ноги, то есть поджала как-то. Поджала, да? Да. То есть, сейчас, секундочку, водичка. Вода так и была, да? Вот это водичка спустила. Давайте еще раз наберем, скажите, сколько было тогда воды? 30. Примерно столько воды. Вода горела, да? То есть вы за то время вы увидели вспышку, да? Забежали, девочка горела, да? Вспышка была, да? Да. И вода горела, да? Да. Сколько она горела по времени? С того момента, как я увидел? Да. Ну, я думаю, около 10 секунд где-то. Около 10 секунд. А как она потухла и как это все прекратилось? Все, я зашел, ну, взял этот душ, да, и потушил сразу все. А Сергей где находился, что он делал? Вот так вот и стоял. Вот как человек стоит, вот так вот же и успел сидеть. Все, хорошо. Можете теперь вы как она, да, зайдите туда, находимся там. Я включаю. Выставьте дверь там, как она была уже находилась, да? Опалить манекен воды. Совершенно. Чеку снял. Вы видели часть тела, да, я понимаю? Вот, ну, не часть тела, часть ванны. Вот. Ну, вы саму Юлию Верниденко отсюда наблюдали? Нет. А я отсюда наблюдаю манекен. Ну, может, какой-то кусочек, но то непонятно. Что-то вот видно просто щель вот так вот, часть ванны. Манекен вы наблюдаете, то, что он синий. Ну, то есть... А так вот непонятно ничего. Что... Ну, вы не видели саму Юлию Верниденко? Ну, может, как там часть, как, там, кусок головы какой-то видели. Часть головы, кусок головы и какой-то ну, вид. Как-то так, да. Вот такая щель была и все, в ванне, да? Ну да, мы щель просто. Все, вы здесь сидите, камера включена. Не то, пожалуйста, проход, да, как бы не отвлекайте. Можете сюда разлить флэвы. Да. Выливаем все чудо водой. Да. Просто я понимаю, что интересно, но это слоняет. Все. И потом была вспышка, да? Ну, все. Да. Не отходите, пожалуйста. Ну, я отсюда посмотрю. Хорошо. Все. Ну, горели плечи, все, да? Павел Ильич, плечи горели, то есть на плечах тоже, получается, находилось там какое-то, ну, да? Да. Угу. То есть плечи, вот. Это качество воды, да? Готовы? Угу.
Отойди, вспышка здесь. Вспышка. Ого. Тушить? Да. Я спросил, что случилось, вообще, что произошло. Он молчал, ничего не отвечал. Ничего не отвечал? Стоял, да, молчал. Дальше что? Я сразу пошел вниз за своими родителями. Угу. А Павел? Ой, Сергей? За мной пошел. За вами. Ну, вы пошли или побежали, или как оно? Ну, пошли быстрым шагом. Угу. Пошли быстрым шагом. Когда шли, что-то общались между собой? Ну как, Сергей шел, молчал, потом разве что мне только сказал, ну не рассказывай маме, что произошло. Шел, молчал, потом... Ну когда уже на лестнице мы спускались, он сказал, только не говори, что случилось. Неточности в показаниях кажутся на первый взгляд незначительными, но для экспертов и для следователей каждое слово может быть решающим. Проанализировав все услышанное, эксперты заявляют, показания Сенцевича совпадают с их выводами, а вот показания Губина только частично. Правда, этот вывод касается только первого эксперимента, анализ второго еще не сделан. При этом защита считает, что принимать его во внимание не совсем правильно. Губину очень легко было просценарировать, да, воспроизвести именно так, как ему выгодно этот следственный эксперимент. Почему? Потому что выслушаны показания всех свидетелей, на 90% дело уже отслушано, да, материалы частично, материалы изучены, поэтому именно то видео, то воспроизведение, которое нужно и выгодно для него, это было сделать достаточно легко. Поэтому он показал, как он считает необходимым ему нужным, но и даже в его на сегодняшний день показаниях я увидел неточности, которые будут мною высказаны в дальнейшем в своих прениях. Мать Губина, наоборот же, уверяет, ее сын, которым она гордится, только доказал на последнем эксперименте свою честность и правоту. Если Рияка будет продолжать лгать, я просто эту запись отдам вам. Просто эта запись есть в материалах дела. Первого допроса. Вернее, простите, первого следственного эксперимента, который проводился в июне. И там все он повторяет практически дословно. Может быть, там нюансов чуть-чуть больше, там как бы... Какие-то мелочи, детали. Да, какие-то там мелочи. Кто что сказал, вот такого вот плана. То есть, ну это действительно за 10 месяцев, там или сколько уже можно просто забыть. Резюме этого всего дела, то, что надо... Вот, он абсолютно практически все повторил, что говорил в июне и сказал сейчас. Только в июне не поджигали, поджига не было, а 6 числа подожгли. И реально увидели на том размере вспышку, вот как Паша показал пальцем, там поставили марки, и вспышка была именно такая. Павел не знает, как она, именно факт, механика, как она загорелась. Он этого не видел. Он, вот поставили камеру, которая смотрела вроде бы глазами Павла. Вот он сидит, и четко все видно. Вот ванна чуть-чуть приоткрыта, и вот эта вспышка, реально он увидел эту вспышку той высоты, которую она говорила. На первых же показаниях он залетел ее и потушил. На втором точно залетел. Вот и все. Просто показания Сенцевича разительно отличаются от того, что было на следственном эксперименте с поджиганием. Показания Сенцевича просто не соответствуют. По понятной причине родители Сергея Сенцевича считают иначе. И чтобы не быть голословными, отправляют своего сына пройти детектор лжи. Вспомните те вопросы, на которые вы собираетесь мне соврать или ответить неправдиво. Хотя я надеюсь, что таких вопросов нет. Внимание, тест начал. Вы проживаете в Украине? Да. Вы намерены честно отвечать на вопросы, касающиеся поджога Юли? Да. Вы полностью уверены в том, что я не задам вам ни одного вопроса, который мы с вами не обсуждали? Да. Никаких шевелений. В возрасте до 20 лет вы когда-нибудь хотели, чтобы человек, которого вы знали, умер? Нет. Это вы подожгли Юлю? Нет. В возрасте до 21 года вы когда-нибудь хотели увидеть, как кому-либо причиняют боль? Нет. Вы говорите неправду, утверждая, что это Павел поджег Юлю? Нет. Есть ли такой вопрос, который вы боитесь, что я задам, хотя обещал этого не делать? Нет. Кроме случая с вазой, в возрасте с 14 до 21 года вы когда-нибудь обвиняли кого-нибудь в том, что сделали сами? Нет. Вы принимали непосредственное участие в поджоге Юли? Нет. Тест закончен. Лично для себя
чтобы уже не возникало никаких сомнений. Сын пошел на такой поступок, как пройти полиграф. И мы увидели, что показания его являются правдивыми. Все, что необходимо дать еще какие-то дополнительные свидетельства, участвовать в дополнительных экспериментах с участием всех необходимых лиц, которые могут разобраться в этом сложном деле, мы готовы. В очередной раз свои показания Сергей дал 20 марта в зале суда. По ходатайству прокуратуры он был вызван на допрос. Правда, ничего нового он не сказал. Его показания по-прежнему разнятся с показаниями подсудимого. Лише усунення тих протиріч, які виникли під час судового розгляду між показаннями обвинуваченого і свідка. Для того, щоб ці суперечності встановити, розбіжності, суперечності, необхідно провести таку саму експертизу, клопотання по якій було заявлено. Более полная комплексная экспертиза с участием пожарных, медиков и специалистов по ожогам сможет поставить точку в запутанном деле. У экспертов есть месяц, чтобы сделать соответствующие исследования. Ольга Калиниченко, Андрей Зоц, 057 UA.